В Казани близится к завершению финальная часть третьей летней молодежной спартакиады России по боксу. После полуфинальных поединков стали известны имена и фамилии боксеров, которые выйдут на ринг боксировать за первое место. Из представителей Дагестана пробиться в решающую стадию турнира удалось лишь одному — Абдулле Разакову. Воспитанник спортивной школы «Касписка» попытается стать первым в весовой категории до 60 килограммов.